Доброе утро. 13 ноября, понедельник, контрольный завес. 93,6. Фиксируем. Давайте запишем. 93,6. Кило 200 набрал. Общая потеря веса, значит, у нас 74,900. Так, кило 200 я набрал за неделю. Это хорошо, потому что в мои планы входило вес пригнать к 94 килограммам. Мне оно визуально больше нравится, когда я вешу 94 килограмма. Даже под 95, чтобы было. 94,5, под 95, ну не больше. Больше уже не надо, конечно. А вот 94-95 оптимальный вес для меня. По внешнему виду, визуально лучше всего. Не так сильно обвисает лицо, как бы немножко получше. Вот, так что в моих планах это и было. Я для этого ем в обед орехи, чтобы немножко увеличить свой вес. Сейчас прекращу их, ну, пока не прекращу, но уменьшу, во-первых, порции. Хочу дойти до нужного веса, все, а потом уже буду держать на нейтралочке, как говорится, чтобы не набрать, но и не худеть. Так что, кто смотрит мои ролики первый раз, напомню, что я похудел на 77 килограмм, даже почти на 78. Вот сейчас решил немножечко набрать, чтобы получше мне было визуально. Было 168,5, вот 10 января прошлого года. Ну, вот каждый понедельник я взвешиваюсь, можете посмотреть. Вот к ноябрю прошлого года я весил 91 килограмм, 77 килограмм я сбавил. И потом вот даже дошел один раз до 90 килограмм. Ну, это вообще очень плохо мне. Прям лицо такое старое становится, очень обвисшее. Нет, когда вот вешу 95, вот намного лучше. Поэтому я принял решение и периодически держу вес, ну, немножечко его поднимаю, чтобы было 94-94,5. Вот, так что вот все замечательно, все, процесс идет. Вес держу. Все хорошо, не голодаем. Так что смотрите мои ролики, спрашивайте в комментариях, как у меня это получилось, с удовольствием отвечу. А так, кто, говорю, первый раз, смотрите закрепленные видео, там все есть, все объясняю, как, чего и что. Всем удачи и здоровья!